Теперь давайте поговорим о том, что там в составе, из чего их делают, все эти вещества для полков в парилке. К сожалению, большинство производителей не желает раскрывать свои секреты, делясь с потребителем информацией о составе выпускаемых средств. Вероятно, делается это потому, что на самом деле ингредиенты-то там простые и доступные, и не все захотят платить за красивую упаковку, если из-за этой упаковки цена становится значительно выше. Для примера, вы знаете, что едкий натр, входящий в состав практически всех сильных средств антижир, можно купить значительно дешевле в чистом виде? А ведь едкий натр – это основное действующее вещество всех антижиров. Все остальные поверхностно-активные вещества и отдушки там просто за компанию. Из того, что удалось выяснить, скажем, по поводу масел для полков, под выражением «натуральные ингредиенты» скрываются полимеризующиеся масла. Чаще всего льняное масло, конопляное и воск. Помимо них упоминается еще парафин. В связи с этим возникает вопрос, а что мешает изготовить такую пропитку самостоятельно?